В Казанском федеральном университете продолжается серия прямых эфиров для абитуриентов. КФУ Live – программа, объединяющая на своей площадке главные лица институтов и факультетов. В прямом эфире они готовы ответить на любые вопросы будущих студентов. Узнать обо всем, начиная с перечня необходимых предметов и заканчивая тонкостями прохождения вступительных испытаний, можно всего лишь подключившись к трансляции. Она доступна на официальной странице Казанского федерального университета ВКонтакте. Подготовку мы осуществляем по всем направлениям. Это бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Ну и, собственно, наверное, хотелось бы перейти к вопросам сразу. Да, конечно. Сейчас мы более подробно уже ответим на конкретные вопросы. И напомню, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте Казанского федерального университета. В этом году состоялось уже 5 прямых эфиров. В их числе выпуски с представителями Института геологии и нефтегазовых технологий, юридического факультета, Института управления экономики и финансов и Института психологии и образования. Сегодня прошла трансляция для абитуриентов Института международных отношений. К нам абитуриенты обращаются регулярно. И не только абитуриенты, на самом деле, здесь обращаются и педагоги, и наши дорогие родители абитуриентов. Поэтому здесь, я думаю, что это каждодневный процесс взаимодействия и со школами, и с родителями, и с абитуриентами. Причем абитуриенты у нас есть разные целевые группы. Это иностранные абитуриенты, есть иностранные у нас абитуриенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Разумеется, есть ребята из регионов Российской Федерации, из муниципальных районов Республики Татарстан. Но и с каждым мы находим общий язык. Подготовка к поступлению в университет – тот этап, который не просто держит напряжение. В этот период возникает огромное количество вопросов не только образовательного, но и организационного характера. Ближайшие прямые эфиры состоятся 26, 27, 30 и 31 января. Чтобы не пропустить их, следите за обновлениями в официальной группе Казанского федерального университета ВКонтакте. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.